100 педагогов-наставников собрались в одном зале, чтобы обменяться опытом своей работы. Александр Григорьев из Сызрани уже более 9 лет является наставником для многих начинающих преподавателей. Сам он своих наставников вспоминает с благодарностью и отмечает, что многое, что он использует в своей работе, почерпнул именно от них. На самом деле, все лучшее, что мне передавали, я сейчас передаю тоже молодежи. Почему? Потому что мы все равно, как бы, можно сказать, не вечные, да? Мы сегодня здесь, завтра мы в другом городе или еще где-то. Жизнь так складывается, что кто-то вместо тебя должен прийти. И если не ты, то кто еще их научит? Все вопросы и задачи, которые стоят перед педагогами-наставниками, обсуждали на втором областном форуме «Профессионально про наставничество». Главная задача, которая ставится перед специалистами, это подготовить молодые кадры, сохранить их в профессии и помочь достичь профессиональных высот. Основные моменты нашей деятельности и, значит, моменты, связанные с тем, как мы решаем вопрос повышение профессионального мастерства. Третья ступень во всей этой нашей работе – подготовка, повторяю, сохранение кадров и совершенствование мастерства. В Самарской области в этом году ввели две новые квалификационные категории, которые помогают наставникам получать дополнительные средства за свою работу. Это позволяет развивать институт наставничества в регионе, а это, в свою очередь, приводит к повышению качества образовательных услуг. Главное, чтобы был результат. А результат у кого? Конечно, у наставляемого. А при этом у нас будет успех каждого ребенка. Вот на вершине всего этого процесса наставничества успех каждого ребенка. На форуме помимо большого пленарного заседания состоялись и мастер-классы. Приняв участие в них, педагоги-наставники вернутся в свои учебные заведения с необходимым опытом, чтобы поддерживать начинающих специалистов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.